Привет, друзья! С вами на связи Иванова Лариса. Я показываю свои апартаменты и бассейн, который я с утра сегодня занырнула. Вот так вот классно. Мне очень нравится этот отелик такой частный, очень симпатичный. А водичка особенно вечером красивая, потому что здесь подсветки. И она то розовая, то голубая, то зеленая, то желтая, сиреневая. Вот она наша беседочка, гамак, в котором можно расслабляться. Там есть несколько тренажеров, где можно с утра позаниматься, покрутить педали, поиграть в теннис. И потом замернуть вот такую водичку. Водичка чистая, вообще бодрящая, классно. Очень нравится. Здорово, я всем рекомендую этот отель, знаете, очень приятные цены, радующие, при этом качество такое, что ты чувствуешь себя просто как дома. Но я показывала в предыдущем видео, да, своя кухня, микроволновка, двор, мангал, холодильники, все, все, есть как дома. И всем этим можно пользоваться, посуда, все для приготовления пищи, холодильник огромный. Короче, мне тут нравится. Если бы я сюда еще вернулась, я бы заселилась именно сюда. И, в принципе, до моря недалеко. Ну, относительно недалеко. Ходить тоже полезно, минут 15-20. Вот, недалеко коралловые рифы, обсерватория. Вот. Пока-пока, друзья. Прекрасного дня вам.